MG2XR, Мексика, Джонни, 2XR R&D. Езжи, езжи, я приеду, проебал. А, ну что ж. 2X R&D? Да, R&D, 2X. Да. Молодец. Может выкрутиться, девчонка? 2X R&D. Буду смотреть, даже телевизор куплю. Это R&D? Это я, MG2XA. Мы находимся в столице нашей родины. Я приехал специально сюда, чтобы сделать пару интересных выпусков с не менее медийными и интересными людьми. Я MG2XA, опять я это уже сказал. И у нас в гостях, мы находимся на ЦАО Рекордс, на студии ЦАО Рекордс, и у нас в гостях великолепная, прекрасная, голос чудный у этой мадам, у этой девушки, Ангелина. Видите, вот эта вся сущность врываний. А, Ангелина Рай в гостях. Ангелин, привет. Привет, привет. Я очень рада с тобой познакомиться. Спасибо, что вы приехали к нам на ЦАО. Мы очень ждали вас, поэтому... Ну, это уже не секрет, все мои определенно зрители 2X R&D знают то, что я не готовлюсь. Я не готовлюсь ни к одному интервью, а почему? Потому что я прежде всего задам вопросы те, которые интересуют людей. Тогда и первый вопрос я хочу спросить у тебя. Ты, я нашел на тебя небольшой компромат. Все уже такое напряглась. Я так понял, что ты у нас и танцуешь. И танцевала. Танцевала. И фотомодель. И поешь. Ну, это да. Я в интернете увидел. Я много чего нашел в интернете. Так вот, скажи мне, пожалуйста, чем... Все-таки давай полностью ответим на этот вопрос. Творческий человек, он во всем. Но вот чем ты... Перечисли мне еще раз. Чем ты все-таки занималась? Ну да, в принципе, как известно, что любой творческий человек, как я, ты, он многогранен. И привлекает много, и хочется всего что-то необычного. Все привлекают все в необычное, как и внешнее, как и вокруг. Создаете все, как все такое творческое, чтобы быть в этом полете. Но у меня все равно все, во мне есть все, но я периодически перехожу из одного амплуа в другое. Потому что, когда я была танцовщицей, я зарабатывала этим деньги, я работала, я была танцором. Я думала, что я никогда не брошу танцы, но из-за моей травмы я потеряла эту возможность быть танцором. Но навыки остались, конечно же, это огромный плюс, потому что я стала развиваться музыкальным намного больше, и появились успехи, и все появилось. Так что все не просто так в этой жизни. Я знаю, что ты не, ну как бы, ты приезжий. Езжи, я приезжий. Я из третьей столицы Российской Федерации. Да, из Казани. Расскажи, как вот этот период, почему ты решила переехать в Москву? Что толкнуло тебя на это? Ну вот, говорю же, я же танцевала, начала петь. Больше раньше просто фитовала, не особо не распространялась этим. В итоге людям... Я заинтересовала их, им нравилось мое творчество, и все больше и больше. Mm-hmm. Плюс к тому, что я не смогла танцевать из-за травмы, и стала петь в клубах, попала на радио по чуть-чуть, это в Казани у себя. И вот фитовать стала с московскими мальчишками, как же и с Птахой. Мы записали трек. Он понравился людям, разошелся по Ютубу, появились... Какой это был трек? Это была «Талая вода». В принципе, это максимально пока то, что у меня есть, что набирала из нашего творчества. Хорошо. Посмотрим. Я хочу спросить тебя, как ты попала вообще в движение и вообще как ты познакомилась вообще с движением ЦАО, скажем так, в общем. ЦАО Москва. Ну да. Знакома с Давидом я давно, и не помню, как познакомились, то ли в интернете, то ли где-то на концерте, потому что я любитель ходить по концертам, слушать хип-хопчик и все того же. Поэтому я познакомилась, мама приезжала к нам на концерт. И там был ЦАО Рекордс Казань на тот момент. Угу. Сейчас не знаю, вроде бы есть еще, до сих пор существует этот лейбл, но он уже не прикреплен к ЦАО Москва. Угу. В итоге там с мальчишками писал тоже фиты. И, ну, это как-то для себя было, это чисто было хобби. Я жила танцами. Все, вот, в принципе, это было мое творчество. А потом как раз-таки с ЦАО Москва мальчишки тоже заинтересовались мной. Мальчишки? Она так говорит мальчишки, знаешь, типа там. Ребята. Ну, пацанятки. Пацанятки. Так. И ты, значит, пришла, говоришь, я хочу с тобой фит. Нет, я не говорила ей. Я никогда не говорю, что я хочу. Сейчас я, конечно, могу сказать уже, если с кем-то известно в общей тусовке, потому что сейчас идет своей чередой все. А вот так, чтобы прийти там
я хочу фит или там послушайте мои треки. Я такого не особо. Может быть, не столько была уверена в себе, как сейчас, поэтому мне этого не хватало. Сейчас, конечно, немножечко появилось мое эго побольше, немножко разбилось. Ну, так я пытаюсь вот выяснить причину талой воды. Мы тусовались также на студийке, отдыхали, он когда запишем трек, естественно, я как-то неожиданно все собрала себя в руки. Я очень-очень этого хотела, действительно. Волновалась? Очень хотела. Не то состояние, поэтому волноваться не было причин. Я понял, хорошо. Причин только собраться. Взять себя за голову и... Скажи, припев писала ты? Нет, припев «Талой воды» это писал Давид. Все, я понял. Хорошо. И потом вы решили снять клип уже? Да, трек понравился, его оценили. Я снимала у себя в Казани, мой друг Артем. Это... А, то есть это отдельно, да? Да, я снимала в Казани. У нас такие локации были, стрит-видео. Кусочком Казань поснимали там что-то. Все, я понял. Ну, так не скажешь даже, что это разное вообще. Казань достойно. Может быть, давай сейчас твоему городу что-нибудь передадим. Я думаю, смотрят люди оттуда, много твоих знакомых, друзей и так далее. Я думаю, что Казань, конечно. Давай что-нибудь скажем. Всем девчонкам, всем мальчишкам, всем-всем привет. Всем, кто меня знает. И вы в крутом городе живете, ребят. Так что Москва. И Казань рядышком. Окей, вернемся к творчеству. Скажи, вот я знаю, что сейчас уже не один фит, да? С Птаха есть очень крутой трек, клип я оценил. Больно. Больно, да. Это последняя наша работа совместная. Бомба. Мы записали, но он такой лиричный достаточно, там, потому что все равно нужно гармонировать себя. Кто-то более позитивный, кто-то немножечко более грустноватый получается. А так мы там оба, на самом деле, очень лиричны, очень... открыто, душевно, момент переживания каких-то, это все вышло. Ты ближе к лирике или все-таки к какому-то качу, не знаю, там, но, ну, неважно, вот расскажи. Ну, я лирик, но слушая чьи-то песни, как исполняя тоже каверы, меня достаточно прет постоянно, мне хочется что-нибудь такое сделать. Но пока с текстом мне не так, не могу много-много писать, тем более я очень много все выбрасываю, переделываю, 15 раз в итоге приходишь. Все меньше, 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 текст уменьшается, и получается в итоге фит. Потому что из большего текста мои слова мне не очень нравятся. Я все равно не хочу... Я отвечаю свои слова, которые я говорю, которые я на музыку тем более несу в люди, поэтому мне не хочется ненормативное что-то нести. Хочется добра на самом деле. Что-то такого. Не очень люблю агрессию и негатив. Хорошо. Задумываешься ли ты, вот мы подошли медленно к этому вопросу, насчет сольника? Задумаюсь, конечно, задумываюсь. Последний год я хочу сделать сольно, но... Сейчас, кстати, да, я пишу два трека. Наш битмарь, наш звуковик, он очень круто пишет музыку, и я пишу у него тексты. Я надеюсь в скором времени это закончить, разобраться, потому что это должно быть на первом месте сейчас в моей жизни, если я хочу чего-то добиться. Потому что все может быть. Ну, естественно, какие-то клипы. Ну, зависит от треков. Я постараюсь максимально сделать так, чтобы можно было что-то снять на это. А у тебя бывает такое, что вот ты сейчас, допустим, занимаешься каким-то определенным проектом, да, каким-то определенным треком, и у тебя в голове такие картинки, прям как ты видишь клип? Конечно. Есть изначально. Такое? Все ведь мы писали в школе сочинения, и прежде чем что-то написать, ты сначала придумываешь картину, о чем это будет, потом уже углубляешься, сколько частей, там, начало, чем закончится, чем начнется. Хочется так изначально. Ну вот сейчас я уверен, что люди смотрят и говорят, ну, Мекс, ну спроси. Смотрят сейчас рэперы там, смотрят. Мекс, ну спроси. Да, спроси. Мекс. Я спрошу, обещаю. И вот я уже спрашиваю, скажи, пожалуйста, реален ли фит с тобой? И что это должно, ну как, на каких, вообще, как вот он смотрит, молодой, и хочет, я хочу, чтобы у меня Ангелина Рай спела я в треке. Я очень не люблю, когда предлагают фит за кэш. Меня это просто бесит. Конечно, я не располагаю огромными деньгами, и я нуждаюсь в них, как и каждый из нас. Но я не считаю, что творчество стоит того, что действительно, что... Ну, тем более из-за мелочи какой-то. Блин, зачем я тогда переводил ей на Сбербанк? Ну, ладно. Хорошо. То есть, можно тебе написать... Было. Можно тебе, то есть, написать просто в твоей странице, да, присылать какую-то демку и... Да, но в любом случае я очень жду демо и все, что ваше творчество, которое вы делаете, я слушаю периодически. Не сразу, естественно. Нужно мне обижаться, потому что
проходит время, я там сначала от позитива вижу такой негатив, общение с самим собой, и это очень странно, мне кажется, что мир сумасшедший. А, ну, в смысле, ты говоришь про то, что, допустим, написали привет, а потом пишут, иди в жопу. А потом, да, уже что-то произошло там в этот момент, период общения с самим собой, человек начинает бояться происходящего. Хорошо. По поводу фита мы обсудили. Давай я хочу спросить в общем, как тебе девушки в этом мужском коллективе ЦАО вообще? Я просто знаю, ребят не понаслышке, не первый год, я знаю, что они жестко стебутся, они могут там подколоть. Как ты это вообще поначалу и вообще сейчас, как ты к этому относишься? Потому что это сложно, мне кажется. Не вижу ничего сложного. Я сама... Моя, может быть, милая внешность кому-то кажется, кому-то, конечно, наоборот. Я достаточно очень жесткий человек, достаточно грубый человек, но я все равно добрый. И ребята такие же. Пусть они грубые, но на самом деле они очень душевные, доброжелательные, позитивные ребята. Как может быть? Естественно, лад есть свой. Если интеллигент с интеллигентными, как говорится, распиздяй с распиздяями. А вот творческие люди с творческими, в принципе, у нас есть одно единое целое, общее, это наша музыка, и поэтому есть о чем поговорить, и все сходится на нет, любое. Любой негатив всегда выходит позитивом. Твой личный секрет успеха? Формула? Небольшая хотя бы, чуть-чуть. Его нет, на самом деле. Есть только то, что как ты себя чувствуешь, на самом деле. Я постоянно себя чувствую как-то не очень, поэтому это меня и тормозит. Ну, я думаю, что, скорее всего, если ты чувствуешь себя хорошо, ты делаешь, неважно даже, ведь кто-то делает творчество для себя, хотя я не понимаю этого иногда, но если делаешь это творчество, ты наслаждаешься им, и неважно, что будет потом, но стремиться нужно к лучшему. Так что, думаю, результат будет как раз таки, если ты будешь чаще думать о последствиях и то, что нужно встать, а не лежать. У нас есть такая тема, и, друзья, напоминаю вам, что... Совсем недавно Ангелина выкинула фотографию «Задай свой вопрос», и я сейчас зайду на ее личную страницу и отберу какие-то определенные интересные вопросы. Ты готов? Есть бодрая. Так, заходим. Ангелина. Рай. Без ничего, без нижнего подчеркивания. Все, сейчас вы все. Итак, «Задай свой вопрос, Ангелина Рай». Пишет девочка, я не буду перечислять, потому что очень сложные такие всякие структурные никнеймы. Огонь, это смайлики. Мекс может и подколоть выпуски. Как относишься к юмору над собой? К юмору над собой я отношусь отлично. Я сама люблю посмеяться над кем-нибудь, тем более над собой. Потому что это в любой ситуации это выгодно для всех. Что у тебя на первом месте? Семья или карьера? Барабанная дробь. Карьера. Но карьера не может быть без семьи. Ух ты. Так что все взаимосвязано. Пап, молодец. Может выкрутиться девчонка. Так, Ростов в деле. Ростов в деле. Была ли в нашем городе, была ли ты в Ростове-на-Дону? Нет, я не была в Ростове, но я наслышана этот город. У меня есть подруги, знакомые с Ростова. Там тоже очень красивые девушки. По крайней мере, я встречала только таких. И там очень тепло, в отличие от... местонахождение сейчас, где я нахожусь. Хорошо, ну как вообще, ты бы приехала выступить? Вот сейчас, может, организаторы из города Ростова-на-Дону, которые у нас в паблике, они смотрят. Хотела бы побывать, ну, вот именно в качестве артиста? В качестве артиста я хотела бы побывать везде. Я так была вместе с Тахой Казмодой, потому что мы выступаем в его сольной программе, как и диджей Бибер и Борис МПМ. Сольно у меня огромные планы, только нужно начать. Я вот надеюсь, что в скором времени я наконец-таки исправлю эти недочеты. Хорошо, хорошо. Почему Рай пишет? Это моя фамилия. Настоящая фамилия? Да, моя фамилия по паспорту, по диплому, по свидетельству о рождении, по вот это правам, да. По полису. А часто сталкивалась с таким, ну, может быть, это банально, что типа... О, Рай, ничего себе, это правда. Ну, конечно, да. Мне нравится. Я сама очень люблю свою фамилию. Я просто рада, что и авторские права мне не нужны, при том, что я есть я. Хорошо. Давай сейчас людям, которые смотрят, что-то пожелаем, не знаю, нашим зрителям, не знаю, может быть, банальщина, может, не банальщина. Вот отлично от Ангелины Рай. Что-то вот... Давай, а я буду просто жонглировать, суфлировать, не знаю, помогать тебе.
больше придумывай сам, собирай самое лучшее и стремись к этому. Это не только внешнее, это и внутреннее, и по стилю, и как вы себя преподносите, как вы разговариваете, о чем вы думаете, и несете ли вы потом ответственность после своих слов. Вот. Йо. Попытался для тех, кто, может быть, не понял, что Ангелина хотела донести, я попытался уже на более земном. Я засмотрелась на тебя и... Блин, ну мне это только льстит, на самом деле. Спасибо, спасибо большое. Ангелина, хорошо, а да, вот по поводу 2X и НД, скажи, что ты думаешь? Я вот, видишь, какой я похабный вообще. Вот как тебе программа, как тебе наш замечательный оператор, вот который... Программа 2X есть такая, да? 2X и РНД? Да, РНД, 2X. Да. 2X и РНД. А канала-то нет, нужен канал. В смысле, чтобы телевизионный, да, масштабный? Да, прям телевизионный канал. Не, ну тогда я буду сидеть так. Ну да, прям, можно даже сигарку там взять. Андрюха вообще наймет сигарку. Других операторов, будет просто с Бали руководить там, порешить. Так, давайте, открывайте свой канал, я буду смотреть, даже телевизор куплю. Это была программа 2X и РНД, и с вами была Ангелина Рай. Это была программа 2X и РНД, с вами была Ангелина Рай. Пока. Почему ты вот так смеешься? Просто ты как-то такая, что-то там...